Итак, для приготовления маски, которая помогает улучшить цвет лица, помогает справиться с пигментацией, просто стирает ее, также моментально убирает морщины, помогает отшелушивать, также улучшает цвет лица, делает более яркую, свежую, чистую кожу. И для приготовления этой масочки я беру небольшой кусочек огурчика. Натираю на мелкой терке. Вот такая вот красота получается. Девочки, вы не представляете, какой обалденный свежий аромат. Пахнет свежестью, и такая же свежая кожа у нас после этой маски. Итак, огурчик натерли, и сюда же добавляем небольшой кусочек яблока. Яблоки содержат в себе огромное количество полезных веществ, витаминов, аминокислот. И все это полезно не только вовнутрь, да, я яблоки просто обожаю, очень полезные фрукты, но также для нашей кожи. И самое главное, в яблоках содержатся фруктовые кислоты, яблочная кислота, которая очень мягко отшелушивает, помогает бороться с пигментацией. Также очищает поры, помогает избавиться от морщинок. Также оказывает потрясающий лифтинг-эффект. И также на терочке натираю прямо вместе с кожурой. Вот такая красота получается. Тщательно перемешиваю массу. Запах просто обалденный. Я уверена, что кожа обожает такое угощение. Просто объедение. Очень много полезных витаминов, микроэлементов. Настоящее угощение для кожи, чтобы освежить ее, сделать цвет лица ровным, ярким. Вы посмотрите. Просто потрясающе. Итак, далее в эту маску я добавляю зимой, для того, чтобы она была более питательная, я кладу 1 ложечку меда. Тщательно размешиваю и наношу на 20 минут, после чего смываю прохладной водой. Но сейчас, после лета, у меня, к сожалению, немножечко пигментация возникла, поэтому мне надо от этой маски получить отбеливающий эффект. Поэтому я сюда добавляю 1 чайную ложечку лимонного сока. Размешиваю и наношу на кожу лица. Также обязательно не забываем про шею. Вот эту масочку также наносим на шею и на зону декольте. Потому что возраст мы смотрим не только по лицу, да, но и на шею, на зону декольте. Наверное, сами не раз замечали, что иногда идет вроде как молодая женщина, лицо вот это вот у косметологов ботоксами всякими наколото, да, лицо молодой женщины, а шея, зона декольте и зона рук очень часто выдают возраст. Поэтому маленький секретик. Не только наносим на лицо, но и на ручки, и на шейку, и на зону декольте наносим эти масочки. Эффект
просто потрясающий. Также, когда смываете, обязательно кожу надо массировать, чтобы был такой эффект пилинга, да, чтобы мертвые клетки также мы пилинговали, и кожа была более яркая и свежая.